Всем привет-привет. Собралась поехать к подруге, покосить травку и посадить клубничку. И вот такая непогода у нас. Гром гремел ужасно, просто ужасно. А теперь полил ужасный страшный ливень. Я только постирала ковер, постирала белье, все повесила. Ковер положила на уток, на загон утиный. Ну ничего, ковер сполоснется. Ну а белье станет все мокрым. Гуси вот стоят там. Гусям нравится. А бройлеры побежали к себе в тепличку. Куры не знаю, где сидят. Ну, неважно. Машину я уже загрузила. Осталось взять триммер. Но до гаража еще я так и не дошла. Подожду, когда стихнет немного дождь. Люблю, конечно, дождь. Слышите, как капают? Струи прямо. Льют струи с крыши. И гремит гром. Небо содрогается. Я не знаю, конечно, как мы косить будем. Теперь вряд ли, наверное, это отменится. Посадка клубники тоже. Классно, здорово. Но страшновато, когда сильно гремит гром. Дождь не прекращается уже почти час с лишним. То сильнее идет, то потише. Моя поездка пока все откладывается и откладывается. Но пока я собрала триммер, взяла запасной бензинчик для триммера. Все, надеюсь, что поездка все-таки совершится. Сейчас 12 часов дня, а я все жду, когда кончится дождь. Белье у меня окончательно промокло. Ковер у меня окончательно ополоснулся. Он у меня вот там лежит. Зато будет чистый-пречистый. Жалею, что другой ковер не успела постирать. А то бы тоже так же он ополоснулся. Дождь все идет, идет и идет. Цыпляток занесла. Они все мокрые, бедные, несчастные. Включила им обогреватель. Теплички теперь они под обогревателем. Вот так льет дождь. Гром уже перестал греметь. А вы видите, вот там, около качелей, у меня там огромные-огромные дождевики. Сейчас сбегаю, покажу. Вот они какие здоровенные. Вон еще два. Так, что вам для сравнения показать? Мою ногу
Вот моя галоша 37 размера. А это дождевик. Вот такой здоровенный дождевик. За окном из комнаты вот такой вид. Лужи уже ушли почти между грядками. А так, как ручей, как река, все заполнено было водой. Это виноградик, цветочки. А на улице льет дождь. Прекрасная погода. Прекрасная для того, чтобы полежать и позаниматься своими делами. Никуда не спешить, просто отдыхать. Повернула на повороте Сучьего. Теперь не спеша еду через деревню. Дороги убитые, все трясет. Проехала я от своего дома до поворота на Сучьего 15 минут. Ну, еще 15, наверное, по этим ухабам. Будем ехать вперед. Вот такие убитые дороги. Так, деревню Сучьего мы проехали. Теперь едем дальше. Поднимаемся на гору. По ужасной-ужасной дороге. Так. Не люблю такие плохие дороги. Прошу прощения за звук. Так. Впереди тоже машинка еле-еле тащится. Но побыстрее меня. У него, видимо, опыта побольше езды по таким дорогам. Еще одна деревня. Первоначально, до того, как мы купили наш домик, мы смотрели дома вот в этой деревне. Нашли участок почти за ту же цену, что мы сейчас купили. Я так хотела его купить, но Саша не разрешил. И правильно сделал. Сейчас доедем, я покажу, что это был за участок. Видно, вот этот участок мы хотели купить с таким страшным домом. Он внутри вообще страшный, снаружи хоть как-то обшит. Малюсенький и страшный. И весь участок зарос деревьями. Мы бы замучили здесь все корчевать. Слава богу, что не купили. Приезжаю через дачные участки в дачном товариществе. И вот такая красота, такой весь расписанный домик. Улицы, конечно, оставляют желать лучшего. Дороги ужасные. Вот какие красивые цветочки. Еще немного, и я уже доеду. Трогаемся. Вон она. Осторожно, Вера Владимировна. Все, выключаем. Едем. Вот, наконец я приехала. Моей подружке на дачу. Сейчас быстренько покажу, что у нее на даче. Вот такой домик двухэтажный. Шикарный большой домик. Внутри показывать не буду. Снаружи он вот такой. Сейчас покажу участочек. Вот в домике есть гараж еще. И проходим на участок. Дорожка такая асфальтированная. Здесь насаждение. Крыжовник, смородина. Там дальше у нас клубника, яблоньки, цветочки, астрочки красивые. Белые красивые астры. Есть и махровые, есть и простые. Вот такая красота. Идем дальше.
Вот это душистый табак. Вот такие свечки, цветочки. Закрылись, наверное, на дождь. Здесь тепличка. Вдоль теплички лилии, хосты и астильбы. И такие красивые человечки там есть. Посмотрим. Вот такие красивые клоуны на грядках. Вот еще вот такая девочка красивая, прекрасивая. Еще и папоротник растет здесь. Дальше смотрим. Тут старый домик. Старый-престарый. Яблоня вся в яблоках. Не могу сказать, какой сорт. Вся усыпана яблоками. Капусточка. Кочаны начинают завязываться тоже. Облепиха. Облепихи немного, но есть. Вот такая цветочная клумба. Хризантемы. Не пионы, а как они называются? Георгины. Георгины. А вот здесь пионы. Они уже отцвели. Смотрим на грядочки. Что у нас на грядочках растет? На грядочках у нас красивая капусточка. Так, где у нас капусточка? Так. Свекла огроменная. Вот такая здоровущая свекла. Наверное, какой-то сорт такой крупный. Морковка уже большая такая у Майи. А у меня совсем маленькая еще. Ну, у Майи хорошо прорежена, а у меня нет. Грядка с фасолью. Классная фасолька. У меня всего 3 кустика взошло. А здесь целая грядочка. Так, горох уже отходит. И вот эта площадка, которую нужно скосить. Будем сегодня косить. О, еще здесь заросли тыквы. Такая огромная тыква. Видите? Огроменная. И капуста там сзади. Такая здоровая капуста. Ну все, пора работать. Приступаем к кошению травы. Вперед, вперед. В гостях я побывала. Сейчас будем возвращаться обратно к нам в деревню.